Мария Петрова из Абакана спрашивает, что делать, если сосед не дает спокойно жить. Женщина жалуется, что живет в одном подъезде с пьяницей и дебоширом. Напившись, он ломится в соседние двери. Руководитель юридической компании «Юстиция» Геннадий Коровин поясняет, что единственный выход в данной ситуации – обратиться в полицию. За нарушение общественного порядка соседа могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф до 5000 рублей. Также можно позвонить по номеру юридической компании 21 44 13 и проконсультироваться со специалистами.